Всем привет, привет, привет. У нас еще пока что ничего не тает. Чуть-чуть такая погода. Минус 2. Вроде Богдан с утра смотрел. Посмотрим, что дальше будет. Мы садимся завтракать. Я приготовила. Богдан захотел яйца пашот. Ой, только темно у нас. Вот, а я себе просто яйца сварила с авокадо. Вот, и будем кушать. Потом пойдем с Джекисом на прогулку. Да? Мы пойдем с тобой на прогулку? Эй, как ты вообще? Все хорошо с тобой? Он уже ждет яйца. Кто ему первый даст? Я или Богдан? Ты нормально. Да? Ну, а чего это ты? Ты не дашь? Да, ага, дашь? Ну хорошо, будем мы кушать. Мы уже в поездках. У нас творится какой-то кошмар. Вот я сейчас покажу даже. Пока я показываю Богдану конфетку, да. Ну тут не сильно видно, блин. Может, во, видно будет сейчас. В общем, надеюсь, видно было и не заметила. Завтра у нас закрываются все магазины, кроме продовольственных, ветеринарных, аптек и так далее. Сегодня творится какой-то кошмар, и я так понимаю, что к концу рабочего дня, сейчас у нас сколько времени? Полтретьего. Сейчас полтретьего, и уже капец какой-то в магазинах. Что будет к вечеру после рабочего дня, я просто не представляю. Ой, я, в общем, сегодня не буду работать, я перенесла на пятницу тренировку, потому что сегодня из-за того, что тут последний день, мы тоже как бы хотим... Ой, трясется. Поездить по магазинам чуть-чуть. Держи. Вот. И, ну, просто сейчас спешить как-то, ну, не очень хотелось уже полтретьего, мне в 6 дома надо быть. Не стоит это. Вот, а мы едем в один магазин, попробуем купить... Мне может... в 6 надо быть. Ну, до 6, да. Попробуем купить какие-нибудь, может, подарочки, уже посмотрим. Но мы уже с Богданом вот смирились, мы разговаривали еще вчера, что, в принципе, в этом году все покупки будут совершаться, праздники онлайн. Не знаю, правда, я пока не представляю, как это все купить, чтобы оно точно пришло в срок, чтобы оно пришло хорошее. Покупать ничего не будем, все. Вот. И все, поедем по магазинам, посмотрим. Но пока машин очень много. Нам вообще, смотри, нам направо поворачивать, не знаю, да. Может как-то проехать, может, со всеми. Трэш творится. Никого не пускают. Но мы приехали в торговый центр, и никого не пускают, потому что там все забито, стоять долго. Мы поставили далеко достаточно машину. Вот. Мама уже была в магазинах, говорит, что много народу. Ну, сейчас пойдем проверять. Сейчас вам покажем, какие очереди находятся. Да, я сейчас покажу, откуда мы идем. В общем, вот торговый центр, а мы идем оттуда. Далеко-далеко и пешком. Там вон парковка, на которую... Ну, вот смотри, рассосалась очередь. Видишь? Въезжают, но... Стоять там, потом искать, колесить, где место. В общем, тут все забито, народу много. Я думаю, что, кстати, сейчас к вечеру еще больше народу будет. Ну, конечно, все после работы. Но. Приезжают. Ну, в общем, будем мы посмотрим, что внутри заснимем, что там происходит. Мы чуть-чуть закупились. Купили подарочки. Первые. Да, это все же первые, получается, подарки. Вот, первые подарочки купили. И сейчас выдвигаемся еще в один магазин, пока их тут не позакрывали. До 12 сегодня у нас много дел. До 12. Ну, до 10, я так говорю. До 12. Ну, как бы все это действительно же начинается с 12. Вот я и говорю, что до 12. Ну, да. А, где машина? Вот, машина. А, вот машина, я не узнала. Богдан решил отправиться в космос и полететь. Ты что, шлем не одел? Маску одел, шлем не одел. Это у меня еще место. Ну такое. Я уже все. Смотрите на него. Кресло себе выискивает. Вибрирует? Пошла по спинке, пошла. Давай тепленькая пошла. Ля-ля-ля-ля-ля. Ты дрожишь, аж прям видно. По куртке.
позиции. Но ты можешь пока походить, погулять. А, ну все, пока, я пошла. И что ты себе за космическую программу настроил? Я все нажал. Все нажал? Да, прикольная пора. Только цены тут не пишут. Наверное, боятся людей испугать. Смотрите, это взгляд в далекое будущее. Сидит вообще, даже никуда не смотрит. В пустоту взгляд. Все, да, грусть поднимается. Прикольно. Зашли в магазин Petco посмотреть новогодних деталюшек. Что? Деталюшек новогодних посмотреть. Три, две кружки 4 евро стоят. Вообще. Это ты эти мне показывала, да? Я тебе эти показывала, да. Смотри, тут есть такие побольше. Вот, с оленем, кстати. Угу. Красивые. Это одна уже. Где ты? Ай, вот он. Прикольные вот эти. Красивые? Ага. По какой? 2 евро. 2 евро. Ну вот. Что за цены? Слушай, тут столько всякого можно найти по дешевке. И красиво. Смотри. Смотри. Ну вот такая вот красивая баночка. Поставил какие-то конфетки сюда, засунул. Угу. Красиво смотрится. Есть такие всякие, но они такие больше нарисованные уже, да? Что, возьмем вам такую кружки, может, а? Ты такие, вот эти с оленями хочешь? Ну, ты можешь шариками. Ай, я шариками, да? Ну, тут давай посмотрим. Посмотрим, да? Ну. Идем. Мы приехали в один торговый центр, и на чуть-чуть пришли в машину, потому что очень прям хочется кушать, перекусить. Да. Нас звали родители, чтобы мы потом приехали, мы к ним поедем. Но Богдан сначала сказал, что он прям очень хочет, но я очень хочу кушать. Чтобы не терпеть, нам еще надо в пару магазинов заехать, чтобы не тратить время. Мы, короче, бутербродиками сейчас будем перекусывать быстренько. Да. Всем приятного аппетита. Смотрите, вышли. Уже приехали в Акрополис, возле нечего вообще ловить. Нас и у нас тут... Ага, нас тут уже снимают. Где он тут? Улетел уже. В общем, там, где мигало, это... Как по-русски это сказать? Контролирует количество типа людей, скопление, типа, да-да-да. В общем, у нас тут летают дроны, я больше не вижу, вроде нету, да? Все, села батарея. Батарейка села. Вот, мы приехали в Озус, ой, в Акрополис, в Озусе вообще нечего, ничего не нашли. На часах без 15:09 мы только недавно приехали домой. Так устали сильно. Сейчас буду разбирать все, что мы тут купили. Уже часть некоторых подарочков я спрятала. Мы их не покажем. Вот, а тут... Сейчас я покажу, что у нас. Так, это мы были родители, и нам дали Джеку косточек. Это не подарок. Тоже дали нам такие конфетки. Богдан уже половинку оприходовал. Что здесь еще? А, и вот еще мама дала нам такой кулечек. Тут всякие шоколадки ей в школе надавали, подарили. Такие вот всякие. И мама купила нам облепиховое такое варенье. А еще одну баночку купила тоже. Ну, и им с папой, и как бы нам, и там поделиться думали. Но они с чили перцем. Ну, я думаю, мы с чили с Богданом точно не будем. А вот такой вот будем с чайком пить. Так, этот мешок. Все, дальше там, наверное, больше ничего нету. Не могу показать дальше. Там дальше подарки. Пошла я эти подарки вот сюда в сторону кину. Так, тут тоже подарки. Это все будем потом запаковывать. Так, что здесь? Это мы пили водичку. Ага, вот. А здесь еще в одном магазине мы купили такие штуки. Во-первых, вот эти вот прикольные. В общем, это подстаканники, как такие. У нас есть листики. Мы в прошлом, не в прошлом году, в этом году, когда были в Италии, мы купили такие листики, подстаканники. Они у нас, может, кто видел... Они стояли у нас везде тут, по всей квартире там. И там стояли вместо Деда Мороза.
Тут, по-моему, сахарница стояла. В общем, много где. А сейчас купили такие. По еврику, сколько здесь получается? 4 штуки таких, 4 таких. Мы их сейчас по дому раскидаем. Очень даже красиво будет. Вот такие. И еще мы купили нам новогодние кружки. Мы хотели такие купить. И вот у нас теперь 2 такие будут новогодние одинаковые классные кружки. Мы их сейчас помоем и сегодня уже чайку выпьем. Так, вот это одна такая. Сейчас я достану. Оп-оп. Что ж такое-то? И открывается. Ай-яй-яй. Вот. И такая же вторая. Там было разных вариантов. Мы видео показывали, но вот нам захотелось такие одинаковые. Классные такие, с оленями. Ой. Вот, они большие, в них влезет много достаточно. И чая. Классные вот такие вот новогодние будут у нас кружки. Правда, вместительные, так что помоем сегодня и будем с этими кружечками пить. Так, у нас уже вечер достаточно поздний. Я порезала такой этот, как его, пирожок, панеттон итальянский. Ку-ку. Ку-ку. Как обычно, мы решили сегодня тут посидеть. Вот. Куда ты убегаешь все от меня? Чай иду брать. Чай иду брать. Брать, брать нам этот поднос или нет? Ладно, нет. Не брать? Не хочешь? Ну хорошо. Угу. Ты там уже настроил фильмец? Мы решили посмотреть фильм. Как он называется? Как? Робокоп чай. Робот Чаппи называется. Ой, так что будем мы тут отдыхать. У нас красота, красиво так. Мне нравится, как мы украсили. Вот, и идем смотреть фильмец.